Здравствуйте, меня зовут Александра Евсеева, я сотрудник Музея истории Екатеринбурга. В нашей семье хранятся вещи, которые передаются из поколения в поколение. Одну такую вещь я хочу показать. Это дорожный утюг. Называли его раньше по-разному – утюжонок, малыш. Этому утюгу уже более полувека. На нем можно прочитать год его рождения – 1956. Он был сделан на Харьковском электромеханическом заводе. В 1959 году этот утюжок был подарен бабушке моего мужа, Павле Дмитриевне, на свадьбу. Затем она передала его своей дочери, моей свекрови, ну а сейчас утюжок хранится в нашей семье. По прямому назначению мы его уже не используем, хотя он в рабочем состоянии, но уже не совместим с современными электророзетками. Но зато ему нашла применение моя дочь. Ей 8 лет, и она с удовольствием играет с ним, как с кукольным утюгом.